Опа. Не. Ой, блядь. Антерсап? О, не, спасибо. Ну ты чё? Что начинаешь? Контролить надо, микрить. Нет. Ну, блядь. О! О! Ну или я скачу. О, а мы идем дабл мид качаться, да? Надо топорик взять. Да. Так можно в трэмп пойти. Go. I make high 3-2-2, нерводер. Спасибо бери большое. Топорик. Нер или нерводер. Я взял. Не знаю, как до же сих без пор него. не знаю. И фэри фаер еще. Плюс два Спасибо большое дэмэджа за да. подписки. А я еще жестче. Я два фэри фаер взял. Андрюх. Что? Ничего не хочешь сказать? Ну, я тоже в мид могу. Не, я не об этом. А, о чем? Разговор шел оффлайн VR-ка, вот это вот папичи насмотрелись. Ну не, я, наверное, буду не как папич, я попробую по-другому. I don't believe in plus 2. Бля, она хуевая сейчас нога. У нее мало дэмэджа. Блин, я, кстати, должен заметить такую вещь, то, что у Верочки очень ебать. 540 урона с пауэршота? Серьезно? Без обид. На 25-м, да? Или на каком? На 20-м. Это ли не чудо? Ну, на 25-м ты просто по кулдауну кидаешь эти пауэршоты. Че это за рофл такой? Не, раньше жестче было, по-моему. Раньше у нее там минус 4 секунды было к кулдауну пауэршот вообще. Она просто Но стоит вот так вот и натягивает. Минус 30 чисто. Секунд перезарядки способность, минус 30% перезарядки способности. Это полная пизда. Вы чего? Еще и этот берешь, как его зовут? Манту. Октарин Кор. Ну да, естественно. Я Октарен Кор всегда беру на всех героях. Какой-нибудь хекс даже если купить, то, блин, минус 30% и уже все, ты просто по КД хекс. Игорь, ну мы руинить идем этому псу. Ну да. Не, ну в смысле руинить? Просто крипа будем бить. Мы просто качаемся, типа, да, там он пускай сам выясняет. У нас, кстати, кури не будет. Андрю, купи кури. Вообще. Хорошо. И руну мы забираем у него, слышь? Да. И руну. Блин, тебе надо было какого-нибудь Семелю взять, чтобы вот сейчас пнуть нахер, типа отсюда, понял? Когда руну забираем. Да. Чего? Виндран стоит 75 маны, ват? И кулдаун 12 секунд всего? Боже, так это же отличный герой для оффлайна, я вам так скажу. Fuck, real dread. Real dread, oh motherfucker. God. Yeah, yeah. What the fuck? Real one. That's true, yeah. Так, анализ небольшой. Шекель шот вообще можно максить. Хотя power shot слишком крутой, чтобы его игнорировать. Окей, окей, найс. Готов, Игорь? Тыкать быстренько. Да. И поехали. Ебать. Блять. Он нас просто разъебал. Ну, блядь, по крипам мы должны его разъебать, Игорь. Да. У нас урона больше. Все, он блочит, а мы идем сразу бить крипов. Я щит сразу беру, если что. Давай. О, у нас шейкер, прикинь. Да, сломан шейкер. Сейчас хотел чел. Тяжело мы выиграем мид против вас, ребят. Не, ну да, мид-то мы выиграем. Он лазером добивает, нормально, это пойдет. Это пойдет. Он пускай еще динает, а мы крипов добиваем, короче. Отлично, ты добил? Ой. Отлично, да. Отлично. Он лазером хочет опять добивать. Отлично. Надо две тыки давать. Давай. Давай. И давай. Вот этому. Отлично, отлично, нормально, нормально. Так отлично или нормально?
Ебать, они мутят. Одно другому не мешает. Да, вот этого, вот этого. Найс, найс. Why me? What the fuck? Блин, еще анимация атаки топовая. Хороший герой. Давай, давай, давай. Хорошо. Четко. Если на него будут нападать, мы его блочим, если что. Само собой. Вот сейчас уже, вот, наверное, надо. Не, не, надо, за ним не гонится. Блядь, не надо, Шейкер, надо сейчас стал колбасой. Без повода блочить надо, иначе он поймет, что мы... Да-да-да-да. Что мы заодно. Ага, нормально. Того надо добить, Игорь. Добил. Блядь, нахуй они со мной это делают? Непонятно. Опа. Они его убивают, смотри. Точно его? Блять. Да-да-да. Преждевременно. О, так кто это такой, блять? Я походу все. А ты чё? Ты куда? Он фласку сбил, он фласку сбил мне. Да тебе пизда. Ну ты... Где куда? У меня ты... хп на один. Если бы ты дрался, мы бы сейчас бы отъебашили бы. Если бы ДКБ. На разврате готов? Да, да, да. Блять. Он с ДД, Игорь. Вот он забрал. Пипец, он жесткий. Игорь. Да. Спасибо. Блин, вообще, вы знаете, не качать шекель-шот, мне уже нравится идея, если что. А там как бы и до линки недалеко. Качайся, Игорь. Качаюсь. И чё-то как-то хп сейчас мало. Приду. Можно, в принципе, и колечко купить, сам, а потом... Угу. На линку? С колечко, да? Ну да. Он даже лазером добить не может. Типа, вот лох. Что за рак? Давай. Блять. 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 Нормально, нормально, нормально. Вот этого давай. Вот этого давай. Текс. Раз, давай. Два, ну, три. Максить финран я не буду. Верхнего, конечно, верхнего. История. А я убил, сам. Нормально. Давай. Вот этого давай. Раз, два, три. Угу. Вот Стинкер этого. Договорился. Ты добил? Да. Смотри, что мутит. Да, вижу, вижу. Так, я крипов переагрю, чтобы добивать крипов. Давай. Бля, машинки начал качать, вот задр. Так а они первого уровня. Надо крипов добивать. Отлично. Это хорошо, нормально. Ой, я все, да? Ты ебешь? Блять, он тут заберет скилл. Похер, похер. Еще тыку, тыку ему. Давай, твой, до конца иди. Вот оно. Блять. Хорошо, ребят, хорошо. Очень хорошо. Форманшилд просто нужен. Сейчас я купил, нормально сейчас будет. О, я тоже, кстати, купил. Еще фейриков купил себе, на всякий случай. Она серегенов принесла. Блять, как попасть по крипу вообще? Блин, вдвоем удобнее добивать на самом деле крипов. Да. Ну типа ты. Слушай, если Буч сюда хочет, то мы кончим его. Вот. Хочешь трахнуть его? Гоу. Или нет? Он с корешем здесь. Ну да похуй. Раз уж гоу, все, гоу, гоу. Раз бучку начали, все, гоу. Еби бучку. Бучку еби. Да я лечусь, лечусь. Колбочки хаваю. Блять. Блять. Затинки он не помог. Да реально ноль помощи. В смысле? А, потом он чистый левел, так тяпается. Ну нет. Так, я иду, я иду. Андрюх, без обид, мы, скорее всего, узнаем эту катку.
Если там просто потеешь, опрёшь, то... Не, ну я не то чтобы очень потею, но я это, изучаю героя просто. Может, возьмём его? Да, давай, давай, давай. Давай, дай сетку. И ты его потом подвяжешь после сетки, продлишь. Нормально, я все, я жив. Нормально, четко. Ой, еще грязь буду делать. Он фласку. О, слышь, ты! Смотри, за нас кореш! В смысле какой? Вы видите это? Ты че? Вивер, да, вивер, да, за нас. Да, да. Бабочка, как думаешь, я его ёбну или он меня ёбнет? 90, 100, 190, хватает. Блядь! Серьезно? Ребят, вы видите? Это не ебаный цирк, это ММР, блядь. Вы поняли? Это... Насколько все серьезно? Это настолько глубоко. Глубокая мысль, просто пиздец. Это не цирк, это ММР. Но если вдуматься, то... Ну, цитаты великих. И тут последняя. Сука, он фласку. О! Ребята, вы видели? Игорь, я иду, блядь. Бля, я, наверное, не догоню его, Игорь. Да. Бля, я не догоню, Игорь. Да он завтра какой-то видел, как он флаской отпивался? Ой. Жестко. А, паузы в этой игре, кайф. Андрюх, тебе ганг не нужен вниз? Мне нужен ганг, да, приходите. Сейчас, давай. Блин, только пауэршотами не умеем попадать, а так магия я хорошая. Я так, а я привяжу сеткой и ты кинешь. А, так, да, так получится, все. F9. Так а почему ждем? Да, реально, F9. Я пошел. С маке будет ганг, Андрюх. Угу. Я размял ее хорошенечко. Он пишет. Ну давай. Ребят, какой-то он негативный парень, я замучу его, наверное, а то как-то совсем не это самое неприятно играть. Ну вот, Андрюх, вот этот вот типаж одного из таких вот, про которых ты рассказывал. Да, да, да. Скорее всего. Который думает, что он типа пизже всех, типа, и все такое. На самом деле он хуй. На да, самом деле он сосал, да. Ни с того ни с сего берет просто и руинит, тварь. Мы готовы? Ну, тут как бы, извините, плотно. Он взял Тинкера после Эмбера. Типа, на что он надеялся? На блядь, Кате он готовы? Поиграет в эту игру или что? Андрюха вяжет. Как... Ребят, Андрюха, говорю, у меня с этим сложно. Она убегает. По-моему, ганг не удался. Андрюх, да. Хочешь поесть? Давай. Да, у меня два есть. Спасибо. А можно мне один? Я тоже поем. Андрю, делись. На, не, держи. Андрюхе одного мало будет просто. Да не, я нормально, у меня здоровый. Это регены, там все дела. Донаем. Я пошел крип скипить, блять. Найс. Так тавр наш. Крипа добиваем только. Отлично работа. Спасибо. Так у вас левела хорошая, прокачка, шмотки там, у нас все хорошо. Да, 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 нормально. Я вообще не знаю, почему тут говорите, что мы проиграем эту игру. А, ребят. Невозможно тут играть. Да. Ребят. Че это за хуйня вообще? Будет подкрепа? Там еще шокер. А, ребят. Я пойду, ребят. Шокер с надроченным бежит на меня. А как думаете, там баунти есть? А, ребят. Я думаю, шрайн есть. Нету. Подожди меня. Хорошо. Пожалуйста. Я вернусь сейчас, я сейчас прилечу к вам. Еще фейри-файр взял, чтобы похилиться, да, да, в да, сложной ситуации. Я крипок, мы тут качать можем вообще. Идеально. Блять. Давай, я лечу, гоу. У меня go. Со шрайном Андрюх, взял. Дерись. Все, я регенюсь. Дерусь, блядь. Ебать, я первый. Давай. Я следующий. Мое, ага. Он будет стилить лазер, сразу. Четко, мое. Этого. Он по-любому без ульта. Ебать, тут саленс. Я тоже так думаю. Давай. Да дерись, что ли, куда ты пошел? Я дам этому сейчас. Я дам этому дэшку.
Не, привязал двоих, двоих да, привязал. Атакуют вас. Ну помогите же, я же двоих привязал. Я сейчас это. Вы готовы? Давай. А теперь знаешь, как делаешь? Заходишь вот сюда и жмешь первую, и ты вниз падаешь. Ага, тоже вариант. Так, а там аппарат не шестой случайно? Блин, откуда там ТП у Шейкера? Кстати, знаете что? Нам, скорее всего, нужны помощники. Миньоны, типа? Борды? А, там просто один умер. Ну да, надо нового взять. Однако, мэна. Летающий помощник нужен. Пошли. Погнали. Ему надо оружие. Сейчас я ему оружие дам. Все, пошли. Андрей, смоке надо. Мы смоке сможем убить. Я готов, парни. Я здесь. Я готов. Я готов. Я здесь. Сталин, смотри, можем убить его? Андрю? Да. Срочно. Конечно. Быстрее. Да. Дай ему сеточку какую-то. Сейчас. Я сначала блочу, а потом сетка. Вот смотри, ой, сначала ой, твоя ой. Сетка. Я иду. Сетку. Продляй сетку. Продлял. Еще тыку, и моя. Здорово, парни. Слышь, дай я экспу, да. Хочу 5 левел, блин. Сложно. Ладно. А так. На спектру? Все, у нас помощник летающий, да. С оружием, пошли. Я вижен поставлю, чтобы это, если что-то повидеть. Угу. В смысле? Блин, мне очень нужно... Там бы было ТП, видели? Да, я на разведку, я отправил разведчика туда. Так а как они увидели? Вот смотри! Там бучка с геном, ага. Осторожно. Вот, смотри! Да, идем, давайте. Там сейчас хох пойдет, ребят. Be careful. Дал. Вижен поставил. Ебить, давай, ебашь ее. Я вардами буду ебить. Еще вард ебанул. Еще. Четко, хуля. А мне дал один. На будущее, да? Ах, сука. Да. Парни, ну боритесь нас... дальше. Там слабые. Я дерусь. Хиляюсь. Заблочил его вардом. Он не выйдет оттуда. Слом его. Очень хорошая работа. Слом оружие. У него есть оружие. Добей брата слом. Он не умеет. Почему? Он с топором же. Все, он будет разведкой, значит. Что за хуйня? Ему надо прыгать. Смотри. Нет! Ты что, блядь? Это же... О, блядь. Что было? Да у нас новый появился. В смысле, что, блядь? Только он пешком ходит. Так, отсюда что за... Ой, я не хочу наверх. Я лишнее на ветку тебе дал. Отключить сборку. Так, вниз ТП делаю. Давай. Прострелы. Готов бучку? Давай, гоу. Сетку даю. Потом ты веришь. Слышите, а если это, ослу дать сапог, он будет быстрее ходить? Добивай бучку. Хорошо, этого тоже. Гоу. Бля. Слышь, ослик невыязвимый к магии. Давай. Да в смысле, я ж в ведра не был, алло. Ну ты чего? Так, секундочку, блядь. Что за рофл? Я был в ведране, почему, блядь, нет... Ват? Андрюх. Андрюх, ну True Strike же, ну Андрюх. У кого? Какой True Strike? Какой, блядь, True Strike? Андрюх. Вы о чем? True Strike. У Шейкера True Strike. А-а-а, он в натуре, он же теперь не промахивается этой залупой. Серьезно? БТФ? Как это все вообще можно знать? Блядь, бабочка реально потный чел. Задрот. Блять, надо курицу апнуть. Ну, осел без крыльев, деньги на ветер. Подойдете на него? Да. Я пока не палюсь. Я уже иду. Палюсь, на сайленсер будет плюс? Да, на сайленсер. Давай сайленсер, он этот легенький. Я иду на сайленсер. Сетку даю. Начинаю с сетки. Замедляй его как-то. Бодиблок ему. Пой там, не знаешь, сделай что-нибудь, блять. Бодиблок. Пою. Пой. Что хуёво поёшь? Говорю, так и задел. Он не пройдет тут, ребят, заблочно. А ты... Нормально. Урон вношу! Блять. Пойду-ка я, наверное, отсюда. А, у него же есть магия. Не пойдешь. Ладно, классно, поиграли. Хорошая игра. Да блять, не всегда команда. Так, а через сколько батлкап там будет? Блин. Чел АФК тупо лес выкачивает. Посмотреть. 40 минут, через 40 минут. Так надо было тогда эту игру... Парни, я предлагаю сейчас вам резко начать камбэкать, потому что если эту игру будем играть еще минут 25, будет идеально. Так они нас не сломают, как бы. Кто уводит? Так в таком случае нужно сейчас это, резко камбэки что делать. Пора уже? Да. Почему? Понял. Свернул за баунти. Ну что, значит, берем талон и идем качаться в лес?
Да. Всем по талону. Ладно, у тебя есть один уже у этого миньона, если отберешь у него. О, слышь, бабочка. Да-да, иду. Доджи хук. Вали его, вали. Блять, задоджить там. Давайте трах. Еще. Давайте трахать здесь. Меня. Я тоже. Давай, я дерусь с ними. Топор купил. Боже, им такая пизда. Нажми шрайн. Ой, я не умею, сори. Ладно. Нормально. 6 секунд, Виан, держись. Могу держаться. Могу держаться. Одна секунда, поделаю на шрайн. Еще, вот этого. Давай, держись. Будь шейкера. Тебе нужно что-то придумать. Смотри. О, да. Это, блядь, наш Игорь. Я здесь, ребята, я здесь. Жить. Опа. Андрю, живи. Еще. Красиво. Себя. Четко. Ну, вот. 4 маны в секунду, спасибо. Жестко. Андрю, здесь где-то буч еще был. Пойдем буча? Ну я пока тут на лейне, подожди. Ну я найду. Я его сейчас найду и гол. О, Андрюх, я его нашел, я иду на него. Идешь? Зайдешь? Будь сейчас куда? Я, наверное, приду. Или нет, блин, нет, парни, мне нужно сначала. Блин, почему я так скиллы странно качаю? Ладно, непонятно. Мне нужно прокачать немного персонажа своего. Ну, в смысле, статов купи просто побольше. Типа у меня ультимы нету, а зря. Вот я сейчас ультиму возьму и тавр сломаю, ребят. Это будет value. Так мы что в итоге, мы фармить пойдем или будем? Ну, да. Я пошел драться. Окей, тогда талон взял себе. И манреген надо еще взять. Ко мне же паджик не придет, не хукнет меня. Блин, чтоб качаться. Там саленсер бегает наш лесом зачем-то. Не, Андрюха, этот вообще что-то не по шансам зашел, парень. Да, сложно с ним. Так, ну я манреген купил, пошел качаться. Блин, 20 к интеллекту. Опа, можно взять, ребят, на 15 уровне. Так пой, лютай. Ой, я иду, Игорь, я иду. Я тоже иду. Можешь пожить еще чуть-чуть? Да. Блять, меня видно тут. Ёбаный дагер. Андрей, ты чё? Да какой, блять? Так он тебя. За батон. Ну, бабочка? Давай, два ремнанта и убивай. Это стоит того, он 7-й левел, ты получишь много. Ману пей пока. Найс. Так я убил. И все, купи себе стики там, что-нибудь еще купи, нуль талисман купи. Статов надо статов. Это не статы! Это не статы! А, это манреген. Это нормально, это манреген. Я в лесу буду нормально качаться. Тогда реген сейчас, блядь. И... О, оп! Жестко даже. Неплохо было. Так, что это бучка охуел или как это понимать? Так, ладно. Тебе позволяет. Ребята, я буду доджить хуково. Готово? Я... Так, Андрюх, ты знаешь, что дает больше всего статов за маленькую цену? Соби маска. Нет, другой артефакт. Ветка. И соби маски, кстати, делается. Нет. Тогда я пас. Аквила. Брась. Да. Аквила, все фронт. Ну, вообще, сначала ветка идет, потом, скорее всего, брасер или что-нибудь такое. Разве аквила? Ну, смотри, сколько аквил дает статов, давай считать. Ну, да, она нормально. Нет, ксели, 9 брас, бокс, брасер больше даст. Урон, брасер реген, больше даст. Армор. Сори. Ребят, там бучка был. И саленсер еще сверху. Опа. Так, ой, я стинкером делаю кач здесь. Я в аквилу выхожу. Парни, я тут это тоже делаю грязь. Смотрите, бучка тут файнится. Гоу его, гоу. Так пошли, я близко. Гоу. Саленсера. Да. Опа. Просто чейзим его. Ой, там что-то, сейчас дам дэшку. Парни, я тоже на месте. Блин, надо дал, но... Маны нету, да. Чтобы это. У меня тут шейкер атакует. Прыгнуть нету маны. Какой шейкер, Андрюх, ты куда? Ты что, я приехал? Файте? Да, там шейкер с ДД вообще очень сильный. КПЦ. Ему насрать на мой виндран, он просто ебет меня, прыгает и ебет. Нормально, сейчас у Вивера линка будет. Так, ладно, я знаю, что делать, парня, чтобы эту игру немного затянуть. Что именно? Вардишон поставить. Жестко. Думаешь, надо? Да, так, а и себе я возьму, я не знаю, дагер или не дагер. Игорь, нормальная, да. ВР-ка, не курильщик, чтобы... Так, ну, наверное, иду. Дагер. Блин, кончились ремнанты. Ну, а что еще, конечно, ты блинкаешь, тебе аж двоих. Да, я так и буду делать. Так, давай подкачаемся чуть. Мы драться будем? Конечно.
Надо подкачаться. Ништяк, надо, ништяк. Надо. Ну, левел подкачаться. Надо повыше, повыше левел нужен просто. Вот Андрюх хороший левел. Да, я прокачался нормально. Но Андрюх сильно катает. Ребят. Я подкачиваюсь, извините. Я не верю, что это натурально. Забит. Проповедник? Я бегу, это натуральный. Вот это натуральный. Или там еще шейкер. Вы боитесь, да? Понял. Не, я не боюсь. Мы не боимся. Я мог взять их. Ну, вы как-то от них убегали. Я поэтому подумал, что вы. Во-во-во-во-во, там пошел Рамс. Качественный. Давайте, давайте, ребят. Я. А это я сейчас прибежу. Верный. Привязал. Он меня притянул, чтобы добили его. Хорошо. Давайте, ребята. Ну его нахуй. Там Бардианс почти бикарь. О, так вы размениваетесь, красиво. Да, мы на разъябываем, мы не размениваемся. Это называется разъябываем. Ну так вот. Ну вот ну, и так все. Вот, так это же камбэк, тот самый, сальный камбэк. Ну, тогда. Это я позвонил. Лично. Хороший звонок. Как говорится, good call, Игорь. Thank you. Как же я рофлю, боже. Ты, Гардианс, будешь делать? Блин, я уже сначала медасик брат. Чувствую присутствие шейкера на мне. Так шейкер снизу, ты о чем? Да? Хорошо. Да. Бля, надо было клерить еще купить. Ну ладно. Эх, батчик ждет меня, сука. Не, вообще, я, конечно, могу всегда взять себе какой-то артефакт, чтобы наносить димейдж в файтах. Это какой? Беф? Майлстром? Майлстром, да. Мана кончилась, ребят. Че по ширину? Полная хуйня. Блин, не, Майлстром это очень хорошая штука, даже в приоритет даггер сделаю. О, так у нас двойная доставка есть. С ней качаться, кстати, можно неплохо. Да, с ним и качаешься, и очень много ДПС дает. За такую цену. Почти бесплатно. Нормально, нормально, ребят. Сейчас на бунтосиках туда-сюда. Поднимемся. Так и будет. О, у нас вивер агрессирует. 250 мана. Имеет право. Хуя. Бля, что за дерьмо мне играет? Есть инфа? А помощь на меня будет, если я его захочу вязать? Не, Андрюш, давай сам. Ты там один его не убьёшь? Андрюх, погодь! А что ты жми. Хочешь? Ты, я не хочу жать. Ну ладно, давай. А, понял, я нахуй. Опа. Бабочка, а можно... А, погоди, надо наверное? Да-да-да-да, помощь, пимощь, пимощь. У кого? Меня маны немало. Немало, немного. Немало. Бучку готова? Да. У меня мало маны. Да давай. Поебать. Я его привяжу сейчас еще. Сейчас шейкер утонет. Да нет, нормально размен. Да, заебись. Да, размен. Ты правильно назвал. Две ульты. Два героя и две ульты. Да, нормально. Куда я делся? Для нас это выгодно. Бля, вивер без медальки хуже пидораса, мне кажется. Андрю, жми. Ты чего он не хочет сайлен нажать? Так сколько можно сайлен со сайлен? Так гоу драться, гоу драться. Все, Андрю, стреляй, я... стреляй, ты чё? Опа. Видали, блядь? Великолепно, да, я видел. Продолжай агрессию. КДП, буду, блядь, КДТП. Нормально, я танчу, урон. Вивер ждёт чё? Не живет. Я бегу, Андрюх. Не бать пауэршот жесткий. Ты крипов хотел стрельнуть? Так, ну тут, наверное, интеллект надо взять. Это димидж. Мне нужен димидж. Нужно без больше интеллекта димиджа. Интеллекта в этой игре не выиграть. Да.
да. Ну, Андрюх, если интеллект. Еще взять в расчет, что ты 6 раз умер, то это плюс 8 интеллекта. Ну, я тоже, наверное, сталь сурфидил, поэтому взял. Понимаешь, о чем я? Я на самом деле тоже маны надо побольше, я куплю себе 0-3 ман, наверное. Мана это заебись. Да. Слушай, бабочка, так у тебя уже тоже хороший уровень прокачки. Так да, я покачался немного в лесочке. Так он на книгах покачался по-любому. Ага, ясно. Нет. Ой. Бля, шейкер заебал. Вот Игорь руинит прям сейчас, на самом деле. В смысле? Блять, я саппорт. Ты умираешь, да? Ты фидишь. Ну, так ты тоже. Ты, у тебя больше смертей, чем у меня. Блин, мне теперь очень хочется получить 25 уровень. Не знаю, это как на паке, но, по-моему, это невозможно. Ну, Игорь, ну когда у меня повыше, чем у тебя? Поэтому ну, как... так, так ты а мидер. Жиробас. Она чуть-чуть получше. Она сейчас всех отъебет, по-моему. Да мы его сейчас сами отъебем, смотри как. Не, мы его сейчас отмудохаем здесь. Красавчики. Он такой, блядь, вообще. Красавчики. Просто лучшие. Блин, дай бог здоровья ему, он реально рофлит с этой игры тоже хотя бы, а то мы уже проиграли бы, скорее всего. Ладно. Так я сейчас еще соберу вейл, и мы будем урон много наносить магического. У меня плохо магическому урону. Без обид. Вообще поэтому радика собирают обычно на нагу. Да, чтобы магический урон был. Давай, Игорь, выходи в радианс. Можно. У меня идет шейкер пиздить, к сожалению. Внимание. Спасибо за внимание. А, он атапил. Блин, как же я подкачиваюсь. Блять, серьезно? Я реально умею крипиться. Я нормально криплюсь, парни. Не зря я был керенного поколения в свое время. Крепись. А, лол, мне даже подражал, ебаный рот. Да. О, нахуй. Хорошо. Мысли так видишь, хорошо. Я получше тебя креплюсь. Да, ты тоже умеешь. И кто лучше крепится в итоге? Ну, судя по всему, бабочка. Он реально показал класс. А может, в смачке прогуляемся, парни? Как у бабочки ремнант откатится? Хотя бы один. А он не попадает ими. Может этот сразу идти? Нахуй идти? Давай вейл дождёмся. Ну, кажется, я пошел нахуй, ребят, сразу. Смотрите, что у него есть. Так, ладно, ну, по такому поводу тоже есть варианты контры. В радианс выхожу. Парни, сейчас мне нужна будет помощь. Гоу, гоу. Гоу. Давайте, давайте, ребят. Хорошая работа. Ну почему ты не хочешь дагер нажимать, петушица? Потому что он руинит нам игру с самого начала. Поэтому да. Ну не, ну конечно с мидером нам... Не повезло. Повезло, блядь, конечно с мидером. Блядь, Сталь срёт. Куда-то гэнчит. Короче, парни, у меня есть план. Значит, смотрите, я сейчас в наш лес ставлю ворды. Так. Вот. И когда придет шейкер, а он, блядь, придет, это я вам гарантирую, мы его убьем. Так. Давай. Хорошая... работа. Пока что еще нет, но будет хорошей работой. Я лечу на шрайн на разведку. Давай. Смотрите, раз. Тут никого нет. Сейчас все будет у нас. А бучка вон стоит. А смотри. Вот, кстати, еще коровка. Да, пошли. Ну а я просто не умею коровка. Так а пойдем его, пойдем. Он вот на вивер идет уже. У них глобала нет, парни. Ни глобала, ни ульта этого самого мужичка. Банкинга, да, пошли. Погоня? Вот этого, вот этого! Ой-о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 й. Да, блядь, Андрей. Я вижу. Ой, блядь. И доджи сейчас буду. Ребята! Да. Все хорошо. Точно? Я пойду подкачаюсь. Да, все хорошо. Я разменялся, здорово. Грамотно. Да, я тоже хочу. Там можно выиграть драку. Можно выиграть драку. Да. Я пошел иллюзиями по низу. Блять.
На топе еще можно подкачаться. А тетю Спектру не хотим? Тетю Спектру? Андрюх, я готов, я бегу. Если что, у меня есть. Еби. Ульту. Ульту жми. Понял. Я бегу, Андрюх. Даю сетку. Вот тут. Четко, вот, четко. Вот, моя. Отлично. 600 голды. Ну, это заебись. Это в натуре заебись. Кроме шуток. Кроме шуток. Так, я полетел, да, качай. Так, Игорь, теперь мы можем нашу стратегию использовать здесь, ждать Шойкера. Шрайном? Жми. Охуительно. А! Я, кстати, рассказывал вам то, что я ненавижу метрик на наге. Не хочешь. Ты можешь дать контроль мне, например, я по контролю иллюзий. Ну, это когда Радианс там куплю, может. Ну да, да, давай. Я, чтобы вы понимали, у меня за последние 2 года, около того, ни одной игры на ноге. Это не шутки сейчас. Парни, Шейкер точно ошибется рано или поздно. Ловушки расставлены. Ловушки больше нет? Да, ведь не заблочил? Парни, они походу заканчивают идут. Они хотят закончить. В смысле, у нас тинкер. Как они закончатся сейчас? Надо дефить, вы чё, ёбнулись? О, он покакал. Опа, вот это чатик, я его, видали? Наебал. О, у нас тинкер сгонил, прикиньте. Ну, так давно уже, в смысле. О, минус глобал. Минус ультспик 3, парни, так все да нормально. Да минус все, там минус все вообще. Давайте, давайте, ребят, выигрывайте время. Кого с ними драться? Надо... Кого драться? Ебитесь с ними, ебитесь. Есть связочка. Я лечу домой, ребят. Ебетесь? Я бегу. Так а ты тоже как можем. Ты тоже с нами поебаться. Друг, сейчас будем. Я все, я поебался. Там очень мало у них. Так а че у нас никто не хотел еще ебаться-то? Во-во, жука повесили, смотри, Игорь. Да и пизда. Блять. И вот Шейкер нормально, еще хочет тоже. Нормально. Корова! Ой, там Шейкер, как же он это делает, играючи. И Вивер! И Вивер! Нормально. Тысяча! Нормально. Это тысяча! Тинкер байбек. А почему Тинкер тут не был изначально? Что за бред? Был, он откидывался, был. Разве? Нет, в смысле, они там полтавра сломали, потом пришел. Опа. А Тинкер имеет? Ой-ой-ой-ой-ой, так это и этого можно брать. Он тут один остался, по сути. Надо трахать бучку. Так я сейчас еще полечу им помогу. Привяжу его. Бля, Тинкера, пиздец. Отвечаю. Ебать он хилится, ребят. Мансуй! Урон не проходит ему почему-то. Дожовый. Бам! Сколько? 1000! 937! Просто за каждого по 1000, парни, за каждого. Да. Получается 5000? 5000. Именно 1000. Андрюх, мне надо мид радиант. Без обид. Вводи крипов. Ну, кого заберешь? А, ну барак мы ебали. Да этот барак не нужный, ебали. Все в порядке. В смысле? Да нахуй. Игорь, вот сейчас чувствую, план точно сработает, смотри. Какой? Ставлю сюда и жду Шейкера здесь. С антрями? Да. Так. Я пошел за Сакером. Андрюх? Ой, в смысле, Андрюх бабочка? Ты чё? Ты думал, ты заработал? Ты чё? Ты гоу. Но у него форсик есть, мы его не так просто не догоним. Тогда я пошел медасить. Видать, крипов медасить. Извини. Мне надо дрянс. Бабочка, пойми же ты. Уходи. Да пожалуйста, пожалуйста. Четко. Смотри, минус Саленсер, но походу минус Вивер. Опа. Потом про нас, Игорь. Да. Спектру нашел тут. Интересно. Да, он вообще ничего не понимает.
Сам зрынил катку. Еще что-то тут пытается оправдаться. Я иду, Андрей. Андрей, я иду. Андрей, гоу, гоу, Андрей. Подожди, тут про этот. Ага. Я иллюзию. Все хорошо, все хорошо, гоу. Ну и нахуй. Так там Андрюх. Она меня сейчас трахнет что-то. Просто. Бабочка, ты красиво. Там улетали на базу, там осторожно. Бабочка, дагер было. Отмени ТП. Бабочка, будем? Надо что-то придумать тебе. Спасибо, Игорь, спасибо. Спасибо. У меня же командный игрок. Да, я понял. Блейдмейл купил, сейчас нормально буду танчить. У нас умер друг. Да это поебать вообще. Друг. Да, ну, реально срать на него. Игорь, что там, Родиан сейчас будет? Парни, нужно, блядь, этого подходит. Мальчика что-то. Ой, сейчас я. Да, 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 ты знаешь, да, то, что делаешь, это определенно да. А вот сейчас уже. А вот сейчас уже, наверное, а больше. Вот сейчас уже нет. Да. Да. Ребят, что будет Реденс? Давай, Игорь. Так это наша катка. Ты думаешь, да, Сан есть? Это реально, мы эту игру еще выиграем, если еще сейчас. Только я бы напомню, что все-таки Battle Cup хотим поиграть. То есть там не стоит ее выигрывать. Ну, да. Так вот дефить. Я дефить. Андрюх, это 1000, это еще 1000 для тебя. Блять, это не еще 1000. Надо было повершота его. Там сейчас шейкер прыгнет еще. Бля, ребят, кажется, не никаких прыгнет. 1000 больше нету. Опа, ребята, все. Реденса больше нет. Ебать, там демо что-то летает. Да, сайленсер он такой уронистый. Уродистый. 5000, кстати, у Пуджи. Живой? Бля, ребят, если Пуджик сейчас возьмет 1.75 силы за флеш хип, это такая тварь будет здоровенная. Так там 7500 будет. Ну типа того. Всего на все. Так медальку надо купить просто и все. И все? О, может, не даешь просто? Ударяешь. Солверач не отключает стаки. Серьезно? Почему? Солверач только резист отключает. Магически. Там спектра что-то подфиживает. Не, Пуджик знает, что делает, кстати. Да, кстати, она наша, она наша. 5 секунд, и я ее жарю. Да ебать в жопу. Я лечу на шрайн. Давай. Без вида только. Там еще кто-то был, по-моему. Так, а Пуджик тоже жарит. Пуджик выбейте. Давай, трах, сука. Трах его. Вот Блейдмейл, конечно, ты его сейчас напугал. Парни, 5 секунд, я тоже, я тоже в деле. Всего 5. Это, блядь, такой, блядь. Это даже не 1000, это сколько? Понятно. Пятихатка всего? 574. Там, так, а мы уже подкачались, потому блядь, что... на 10 хп от 1 голда. Чё, блядь? Ну, такое мера измерения. Тема прожигает. Короче, все, Игорь, у тебя есть 15 минут, чтобы выиграть эту игру, давай. Я тримаю иллюзию, буду стрить одну линию без обид. А, ладно, бабочка, дам, как тебе дать? Нет, shared options. Юнит, хиро, все. Так, давай, давай. Найс, найс, я тут сантрюшечки ставлю. Блин, а мне бы герой еще, чтобы я мог нажимать этот. Так я тебе все давай. Рептайд. А, ну здорово. Так, Ctrl 2, я взял тебя. Ctrl 2. Угу. Возьми меня. Новые иллюзии сейчас делаю. Ты что делаешь? Мной не контроль. Иллюзии. А, делаю. Извини. Парни, мне что-то так впадло стало варды ставить. Сейчас покупать. Я еще денег иллюзии, дорого стоит. Я, наверное, не буду. Так, и еще надо одну. Ага, Ctrl 5. Все отлично. Что за высер? Там победа у нас. Легкая. Отлично, Игорек, ты сам нажимаешь четенько. Да-да-да-да. Нажимать рептайта сам буду, ты иллюзиями, главное. Да-да-да. Я все их забинзил на 3-4-5. Все нормально. Скажи, когда только вызываешь, чтобы я это... Да-да. 2 секунды, одна. Я помогу. Вызываю. Ну просто реально я это ненавижу. Эту хуйню. Нам нужен какой-то человек, чтобы он следил за боевым кубком. Иллюзиями.
медасик кинул. Бучка в меди, осторожно. Да. Ну, там, есть рептайт нажать? Там еще да. Этот шейкер где-то рядом. Все, уже не надо. Без обид. А вон на Андрея напали у нас. В смысле, на Вивера напали. Ой, Андрей живи. Не-не, на Андрея, на Андрея. Бабочка, иллюзия. Контроль. Давай. Так а что, может шокерочка взять? Я возьму тавр на ТП. Это один. Я пошел. Здесь тинкер умеет в степ-аут. Не, не умеет. Ну ебаный рот, блядь. Какой он дебил. Ребята, я иду в мид. Давай. Блинк. Резко. Хорошо, блядь. Делаем грязь. Там привязал, делают, там уже умер. Шейкер, гоу? Будет на шейкере что-то? Да-да, гоу, сейчас гоу, дам. Гоу. Да ты что, блядь, издеваешься? Бля, если ой, блядь, просто рандомный какой-то опять хук залетает в лицо. Не, возможно, у них вижен, конечно, ребят. Есть, но я не знаю, не настолько, что это задрота. Андрюх, не Андрюха, а Игорь. Секунду, 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 держи его там. Ты веришь, что ты хочешь держать его там? Нет, ну нет, не хочу. Ребят, ну по таймингу нормально, вот сейчас можно въебать уже. Да? Ладно. Бабочка. Иллюзия. Ебать, сайленсер жесткий, он с хиксом. Ёбань крот. Трола беру. Мистер 6500, кстати, к нам на базу заходит. Да-да-да. Так Игорь, ёбни ему в бубен. 485 регена с Тарасочкой. Ой, хорошо, блядь. Все, давайте, жирненько уже. О, смотри! Смотри, его, походу, враги тоже попустили чуть-чуть, и он на них теперь выёбываться начал. Ну, все правильно, так он еще припорты заслужит. Не, ребят, кажется, паджика тяжеловато. Чуть-чуть тяжеловато убивать. Да. Ебать, бабочка что-то нафидел, ты ж мидер. А, и 62 интеллекта еще у Саленца. Нет, я не мидер, мидер тинкер у нас, забыл. Ну да. Ты тоже саппорт? Нет, тинкер мидер был. Я... Так мы же с тобой ромили, пока Андрюхи вниз ходили там. Я стоял на оффлейне, я этот контролировал вражеских суппортов и да, мидер был тинкер. Смотрел, я учитывал это. Бабочка, иллюзия. Давай, давай, я контролю иллюзиями. Бля, он ебанутый. Я бью ее иллюзиями, давай. Ох, ебать. Ты поживешь чуть-чуть? Люха. Нет, никак. Так только могут. Да высосите. Нет, кажется, они уже не высосут. Эх. Ладно, а вот кинем ему реально, по фану. Да, да, ну просто реально, ну руинить токатку, ну, блядь. Что? Ну это вообще не дело. Не, я согласен, надо им репорт закинуть. Рот. Раз, два, три. Infinity. Оскорбительное поведение нарочно тут дается. Да. Ну чрезмерно использование способностей вроде не было. Способностей. Так, секундочку, у меня какие-то три награды можно. Ага, получаем. Дорогие друзья, пока трехнут на рекламная пауза. Сейчас мы еще трешечок откроем, наверное. Андрюх, короче, ты ебись сам, я тебе даю сетпати лидер, я тушел на пармин. Так, хорошо, давай буду ебаться сам тогда. Так, я вышел. 12 минут осталось, мы немного не доиграли. Так нормально. А ты вышел, раз. А ты же не будешь, да? Я забился с другим людьми. Извините, но я не могу просто послать, когда уже договорился. Так, ГН и... Класс же там Вовик хотел, вроде Вовику напиши. Да.
Такс, играть. Нет, это не то. О, у вас лоу приорити. Да, это правда. Лоу сочного 7-й ранг. Серьезно? Так у тебя тоже 7-й ранг, что ты выебаешься? У меня 8-й. В смысле? У тебя же нет 6000. Ну и что? Мне дота все равно оставила 8-й ранг почему-то. Странно. Очень так, странно. Название команды у меня уже есть. Логотип, кажется, тоже где-то был. Блин, а где он есть-то? Так, все, команда укомплектована, команда готова. Остается подождать 10 минут и будем ехать. О, пока ну, давайте тогда успехов вам, ребят. Спасибо большое. Да не за что. Я предлагаю на самом деле ко мне передвинуться в курс. Сейчас Игорь придет, обязательно озвучу мысль. Так а что, вы сюда просто не придете? Ну, сейчас, если я скажу, например, НСу, что нужно в другой курс, он будет в шоке. А, ну, он не любитель, да. Ну да, этот, как это называется? Консервативных Приеду. Взглядов человек. Так, ладно, я пока себе чайку сделаю с тортиком. Сейчас вернусь. Алло. Привет, Игорь. Привет. Что делать? Приезжайте. А кто из нас? НС? Я угадал? Чё? А, я понял. Вован у нас особенный. Ты про чё? Про ЛП. Это УГН ЛП, по-моему. Нет. Или Вован? Вована. Понял. Ну ладно. Вы переезжаете, кстати. Слышал? Нет, не слышал. Так Андрей Андрюхи едет. Сидит. Он пошел зачем-то. Я не помню. То ли попить, то ли за тортиком. То ли пописть. Без обид. Бля, тортик заебись, тема, я бы тоже ебанул тортика. У меня есть только сосачки. В принципе, перед батл капом можно ебануть одну. Как бы леденцы? Размяться. Да. Блин, леденцы это вкусно. Я тоже леденец сейчас ебанул. Привет. Здорово. Привет. Хо-хо-хо. Жил до конца, умер как герой. Алло. Алло. Здорово. Привет. А почему ВП против DC все верят в ВП? Есть инфа? Потому что, ну, ВП а, DC. DC, блин, я постоянно забываю то, что DC это DC. Да, там Лульба играет. Знаешь, такое? Вульба? Лульба. Вульба, да, знаем. Вульва. Жесткие челы. И на ВНП.
Заебись. Охуительные катки просто. Есть и диски. Не, если ВП въебут DC, то я как бы в рот ебал реально. Ярослав, я не вижу тебя. Так вам надо к Дреду переезжать, наверное. Так он же был. Говорил, что вы туда поедете. Алло. Я вызвал. Алло. Здрасте. Здрасте. Как дела? Здорово. Великолепно. Я открыл 60 сундуков, у меня выпал один некрофос. А вы как? Так это нормально. Я открыл один сундук, мне выпал язык. Язык? А. Какой язык? На блацуку. Говяжий? Говяжий ли язык? Здравствуйте, или не говяжий? Ребят. Здорово. Я проинформировать вас хочу. Сейчас мне нужно попить немножко чай, съесть тортик, и я готов, ребят. Вопрос следующий. А нас же тут 6 вроде. А в этом капе играет. Все нормально. Все нормально. Еще одна новость, Андрей. Это в первую очередь к тебе. Ты тут? Да, я здесь. Смотри, у меня потеряна мотивация сегодня. Угу. Почему? Ну, понял. Ну, помнишь, я тебе говорил, что мотивации мало, сегодня она, типа, минус 50. А-а-а. Настроение плохое, вот. Поэтому я не хочу быть сегодня капитаном, мне нужно собирать энергию на более важные турниры. Я понял, можешь нет, это резонно, но, Игорь, может быть, ты станешь капитаном? Нет, спасибо. Блять, вы что, серьезно? Андрей, ну, мне кажется, что в такие моменты... Ладно, ребят, все, я про капитаню, вопросов нет. Это... А мы как, на одну игру тогда? Ну, все. На, может, на одну, может, на полторы, ну там как пойдет, конечно. Вот видите, герой, да, я могу сказать первых трех, кто он пикнул. Это Пугна, Нектор и Эльфина еще. Шейкер. Да, чем-то. Кстати, Мейкер. Андрюх вообще пикает не капитана команды, так что все нормально. Нормально, да, все нормально. Стоп, у тебя же, кстати, там это, дохуя левел в компьютере, у тебя есть лишний билет? Наверняка. Не знаю. Я не могу начать, написано, что только лидер группы может начать. Посмотри, а мы вообще можем играть с парнем, который в лоу приоритете? Да мог. Чего нет? Я просто спросил, вдруг нельзя. Сегодня мы будем бомбить кубок. Так что, тебе билетик подарить? Да. У меня 3 билета есть. А как мне подарить тебе? А, я могу 2 просто поставить, да? Ну давай я 2 поставлю. Ну чё у нас за никнейм такой? Может сменим команду? Да вроде нормальный. А почему все 8-го разряда, я как бич 7-го? Что за неуважение к ветеранам? А сколько у тебя? 5800 где-то. Чё-то так. Ништяк. Надо 6 типа плюс конечно. Походу. Походу. Ну все. Ну, я как раз это, я типа этот, на вардах, парни, вытащите, я это, глаза ставить буду. Могу фласки покупать еще с ТПшками. Вова, тебе куплю как раз, первому. Меня вообще слышно их или нет? Вроде да. Ну, как-то да, слышно, тихенько слышно, тихенько. Очень как-то скромненько очень тебя слышно. Да-да-да. Ну, надеюсь, блядь, да? Ну, сейчас посмотрим. Да. А, не, ну погоди, мы можем уже сделать его погромче. Я... Не, у меня на максимуме же бен, как бы, сори. Ну, у меня тоже практически на максимуме, да, реально какой-то тиховат. Нет, ну вот, более-менее, жить можно. Кричи, если что. Ты знаешь, как вот мы играли когда в свое время на турнирах, где очень шумно, там стартер какой-нибудь так, был, где здесь звукоизоляции никакой нет, ничего нет. И у нас было как бы правило, если ничего не слышишь, то либо в чат пиши. Ну, если никто друг друга не слышит, то либо в чат пишем, либо орём как резаные, так что ори инфу. Ну, типа, понял, кто-то ушёл с линии, а ты такой, с линии, мисс, мисс! Вот так вот ори.
срочно нужно замьютить Ярослава Нескузнецова, чтобы поблагодарить HateMe за 45 лет подписки. Спасибо тебе огромнейшее в очередной, я надеюсь, 45-й, если я хорошо исполняю свою работу. Раз. Благодарю тебя. Ну и, конечно же, дай бог здоровья, хотя бы в этот... Как там было дальше, я не помню. В общем, спасибо большое. А также спасибо Юра, 26 год. Так, я тут скребсу. Ну да, все верно. Спасибо большое. Сахай Октавиус, Кентив, Белоборд, Фейо 88, Макс Дошит, кстати, говорит, тоже 40 месяцев, 40 лет. Спасибо огромное, что сори, что пропустил сначала тебя. Но, тем не менее, тоже тебе 4 благодарен. Спасибо большое. Также Еквиз, Рок-н-ролл 74, АМС Спраут, Метро есть. Спасибо большое вам, ребята, за поддержку канала. Карис, кстати, тоже спасибо большое. Все, я отмучиваю. Сейчас уже поедем играть в целом. Сколько? Уже можно начать, так что да, все. Команде. Я как капитан сегодня должен настроить ребят на победу, но этого делать не буду, естественно. И одна игра 30 минут. Так, ребят, ну что, все, поехали. Я готов. Ну, давайте, парни. Все здесь? Успехов, команда, давайте. Бычье молочко, мы готовы? Давай. Спасибо большое. Бычье молочко, да. Мне нравится название, не нравится логотип. Это к победе, вперед. Все, я начал. Удачи, ребят, удачи. Всем удачи. Да, парни, возьмите мне что-то попроще, реально. Скаймага? Не, мне желательно что-то попроще. Блять, ну, вообще, лучше да, потому что состояние не лучшее, честно. Опять ну, Скаймаг. Это нормально, нет, ну, это короче, нормально. Скаймаг? В смысле? Без нормальной четверки. Ну, короче, Скаймаг не пятерка, это, мне кажется... Нет, Скаймага только в четверку. В пятерку не надо Скаймага. Я и не буду. Вот. Ну, так я говорю, это, мне кажется, отстой, потому что... Конечно. Ну, ей-богу. Я могу ей на СК еще. Вот. А какие у нас соли вообще? Ну, смотри, смотри. Можешь в каждой игре, Андрей, двигать парлок и СК. Хорошо. Игорь, все. Я думаю, ты на керри будешь. Да. Ты же справишься? Или на ты на четверке. Вампир Кузнецов на пятерке. Мотивации мало, но хил на варлоке кинуть могу, варды поставить. Не, ну чувак, если даже на пятерку мотивации мало, то я хз, надо какую-то другую позицию тебе искать. Придумывать. Ну вообще могу... Ну да, 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 шестерка, это бивер, игрок шестой позиции. Слушайте, у меня вопрос тут появился очень интересный. Да? Вова Боль, ты здесь? Скажи, пожалуйста, ты в приоритете на мидере или на керри? Без разницы. Без разницы. А ты, Игорёк? Вейн, это же ESF, нет? А мне похуй. Мидер. Он? Ну да, типа, это в офис. Типа, если включается ESF, сейчас ему без разницы, а когда появится ESF, там другой разговор будет. А где enemy? Почему они? Я не знаю. Ну, последний раз разматывал на миде с вами. Ну, Андрюк, что за вопросы? Непонятные. Что, какие вопросы? Я чуть спрашивал, я молчал. Вова Пейн мидер? Да, все. Девочки-волшебницы, есть? Девочки-волшебницы, В2. Все, ГГ, все, я отойду на минутку. Давайте. Ты там, все дела. Так, сколько мне любого героя, Андрей? Но лучше всего Варлока. Или Мейден. Ой, забаньте, честно, кого забанить? Я брат ебал. Минера и Магнуса ему. Пожалуйста. Хорошо, где он? А ты не попадался, Игорь, с ним, когда он на Магнусе четверке идет и с кивером возит тебя просто как долбоеб везде? Текиса же нельзя забанить, он серенький. А он сам автобан? Да. Он тогда идеально. Автобан. Так, только я вообще не знаю, какие герои сейчас нормальные, какие нет. Команда. Пикает команда же, правильно? Кто сильный? В смысле? Вы что, идиоты? Я пикаю или что? Или Андрей пикает? А, почему на мне корона? Ты пикаешь на тебе корону, мы что, да. Конченые? Ну мы не идиоты, но ну, может быть конченые немного. Ну какого-нибудь этого. Ну вот это нормально. Да, давай. Все равно пикает команда же, правильно, Игорь? Не, ну Next. Само собой, да. Давай пикай. Кого баню? Я курить. Ты пойми. Котл? А, Бристлбэк, да, в бане, это хорошо. Блять, я понятия не имею, если честно, какие сейчас герои нормальные, какие нет. Карту, да, карту закрываю. Я вообще не ебу так близко. Какой картман, кого баним? Альтаоду. Хах, лол. В чате, советуют клока банить. Мы будем дурять? Нет, давай... Ну, можно оставить клока.
Может, какого-нибудь такого мерзкого гера? Трента? Типа, там... Трент мерзкий? Трент, да. Трент достаточно мерзкий, да, спасибо. Вот это плюс-плюс. Магнус, Трент, нормальные баны. Прям как у профессиональных команд. Андрюх, ебись. Дальше ты. Слушай, а как ты это сделал? Следующие два пика твои. А как ты это сделал? Просто. Ну, угадай. Сделать капитана. Ладно, я понял. А разве и так можно делать? Ну, можно, как получается. Интересно получается. Интересненько, интересненько, интересненько. Твой пик, Андрюх. Можно с Ферлока или с СК начать? Можно с Шейкера начать, он же сильный. Кстати, нас будут стрим-снайпить, я уверен, на 100%. Или ром? СК? СК в хард это такое. СК? Ром или хард? Я могу ромить на СК. Ладно, вообще мне нравится начать с СК. Где этот товарищ? Ну, это идеально, по-моему, не? Ну, либо со Скаймагой решай. Бля, подожди, я не вижу СК. Сайта гейт. ДСХ, но... Он выделен такой. Андрюх, кнопочку S нажми, тут поиск есть. Да ты что, ты меня сам... На, блядь, самый умный. Давай, блядь, вперед. Давай, блядь. Посмотрите давай, блядь. На него, блядь. Кнопочка S есть. А кто из них задрот Текиса? Просто чтобы я знал. Сомик. Сомик еб. Угу. Да, Варлок это идеальный пик, я согласен. Твой бан. Так, мой бан. Мой бан, Андрей. О, смотри, Варлок СК, все как бы. Андрюх, хусика не обязательно, мне кажется. Поч. Ну, мне кажется, можно без него. Я, мне кажется, сейчас хусика и блудсикера просто забаню, и всем спасибо. Так они не возьмут хусика, у них там ни оракла, ничего не влезет. Поч. Так что? Они могут дазло. Не, ребят, давайте вот это вот. Я поиграл сегодня на хусике, герой очень сильный. То, что его не берут, это просто проблема игроков. Герой больной, Андрей. Я в своем последнем видео советовал на хусике апать ММР. Да, так и есть, я полностью согласен с тобой. Андрюх, много людей советуют банить Тимбера. Как думаешь, это знак? Да нет, это такое. Все, давай твои пики. Ярик, хочешь парочку героев взять? Как я могу взять парочку? Тебе корону перекинут. Вот так вот, бери. А, тут можно передавать корону? Да, одного-двух возьми там. По очереди пикаем, баним. Потому что это драфтит не капитан, драфтит команда. Короче, пикай, пока не заебет. Понял вас, понял. А кто в миде стоит? В офис? Можно, кстати, сделать СК хардового и Скаймага, и там выебать харду очень сильно, потому что... Можно опять Скаймаг этот начать. Ну, не, если не хотите... СК Скаймаг это хорошо. Я говорю, там помойные герои у них. Я, правда, в принципе, не очень уважаю Сунхинга у Флейн, но можно. Не, герои очень помойные, в смысле. Да, там помойка полная. То можно просто... Пока вы можете пикнуть его ласт пиком, конечно, я пока не буду, пока у меня корона. А как передать корону потом? Правую кнопку мыши и этот, передать. Сделать капитаном. Там Гэн сделаю капитаном, он возьмет, возможно. Бля, я возьму в любом случае. Лучше мне не давать. Мне кажется, Гэн уже тыкает, он готов к передаче власти. Спамлю, но не берется почему-то, я не знаю, что за... Слушай, Игорь, а ты на ком плей? Ты ж кэрри, да? Ребят, важная информация из чатика. Хакон сегодня выебал харду на СК. Поэтому, ну, тогда можно. Тогда я могу пойти. Ёлки-палки. Ну, раз Хакон... Так а есть тролляк, а кто сильнее тролляки сейчас легкой? На X есть, которым плевать на них все, на всех. Тролляк, вот жесткий. Тем более у нас на X СК, типа туда-сюда врыв. Тролляк жесткий, но вообще я бы сейчас взял бы как раз таки оффлейнера, ну если СК не оффлейнер.
Но так как пока я пикаю, СК не оффлейнер, потом может стать оффлейнером. Ну, можно и так, да. Почему нет? Андрей, ты уважаешь Легион Командер? Да. Я уважаю Легион Командер. Легион Командер — это тоже сильное дерьмо достаточно. Да, она еще снимает Amplify, Слардар, там все дела. Блин, они стырили тролляку у нас. Ну я этот... Даггер, Госкептор, там все дела. Да. Вообще, я бы взял Разора, но, возможно, вы не оцените этот пик. Передай власть Гэну. Давай капитана дальше. Нет, друг, ты чего? Я сам. Ну, иногда, конечно, мне советуют, что передайте за проезд. Да, ну, блядь. Кстати, Инстаграм, ребят, да, Инстаграм, подписывайтесь. Срочно подписывайтесь. Разора, ребят, очень важная информация. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Смотрите, вот здесь, быстренько. Парни, лучше капитана не давайте, главное. Потому что будет скамак. Вова, ты в курсе, что ты капитан, да? Да, я думаю, свой навык взять, если есть он. А не, нет. Так ваш тролль ебанет с этим. Да бери Разора, я теперь буду спамить Разора. Посмотри, Разор какой жесткий, лол. Он просто всех казнит. На, Игорь, возьми себе Гири. Гири? Ох, ебать. Выбирай сам, теперь сам выбирай. Есть Урсик какой-то. Не нравится вам Урсик? Хотел свой... Урсик типа норм, но мне в принципе не нравится Урсик. Игорь, ну возьми себе Гири, ты чё? Я думал, он идеально заходит. Я скинул настоящий Инстаграм твой, Андрей, там на стриме тебе. Да? Ну-ка. А, ну да, да, да. Там говорят, челик, тот топ-3 до топ-бафа на мипа, если. Можешь добавить? Чувак, у тебя 171 публикация, это ты батя. Игорь, дай мне капитана, прикинь. Отлично. Я быстро баню и прикидываю опять. Да к другому. Нет! Блять, это Скаймак, ребят. Ну я не знаю. Так что, легион коммит получается? Парни, легион коммит не надо. Сейчас плеваду. Да можно. Возьми мой сефа. Ну ты урод! Парни, я... Ну, блять, я не знаю, я предупреждал. Так а чего? Реально, он предупреждал, блять. Ну чё за... Вообще, наверное, да. Ну так нельзя было в обе отдавать капитана. Грамотный бак, кстати, пан еще вот, да? Я могу с Каймагом нет, если вам... Давай я на Санкинга сяду. Да, давайте, короче, Гэн на Скаймаге же на любой позиции. Я вообще на любом. Смотри, если там мипарь в миде, то Санкинг приходит такой вот, страхен делает. Короче, вы поняли, если что, как бы Гэн в любой ситуации, как бы, пик. Если вот совсем прям не знаете, что брать, Гэн разберется, я думаю. Мне, кстати, писать друга нам, что я освобожусь, в принципе, через... Так что, может, все-таки петушка? Может, такси заказывать уже. Все, давайте. Мы команда, они нет. Удачи всем. Кто у них хаспик, Лина? Ебать. Так... Да. А чё? Так, подожди, это Сен-Кинг роуминг? Вульгар, ты придешь ко мне на оффлейн, или я буду в Соляру терпеть, там, втерпать? Короче, ладно, впрочем, не насрать, делай, что хочешь, я пошел. Куда понимал, блядь, я пью швепс со вкусом дерзкий гранат, так что не удивляйся, если тебе нахуй было посылать. Парни, понял. Куда мне идти? Чего? Куда идти мне? Каймаги? Ну, ты на петухе, ты как бы сам решаешь. Ты в мид идешь. Точно? В смысле в мид? А куда он идет? Хорошо, да нет, в мид, конечно, Вова в мид. Вова уже купил себе этот, мог. А, ну все тогда. Удачи, ребята. Парни, я почти в Соляново нам вышку оформляю теперь. Ты докупил еще, что ли? Да. Найс. А, не лохи, вижу, без вышки. Чего это победа? Дайте танка, плиз. Спасибо. Ну чё, я тут считаю, тут надо заливать. Нет, тут им пизда. Жалко двойной ММР поставить. Да, чисто в баре за всех заплатил сейчас. А что за пауза вообще? Кто поставил? Я не знаю, это батл. А вы на стримчике мини-карту закрываете или нахер это говно? А вы? Да, я закрыл. Я могу, в принципе, если Андрюха поднимет. Андрей закрыл. Понял. Я предлагаю... Я тоже немного закрою. Я предлагаю вот эту руну у них отбирать.
важно. Ну а так, чутка прикрыл. Хотя у меня что-то было там другое. Вот эту руну, отжимаю вот эту. Как мужчины, настоящие. Я могу подойти к вам, хотите? На руну. Так, дагестанцы, ну на самом деле, они тоже могут пойти отжать что-то, посмотри на их пик. Они вообще в смоке могут побежать куда-то. О, смотри, смотри, трутся. Ну подойди, Ярик, пожалуйста. Что ты хочешь? Там... А, вы смотрите. Я тебя понял. Тише говори, блядь, ты чё? Ну, чтобы не услышали. Тихо, идём за мной, бойцы. Там Сардар? Не за Андреем. Вон, Лину сзади обойдём. Ярослав у нас, блядь. Я тут, нормально. На Лину? С Лины начинаем? Да-да-да-да. Да-да-да. О, Лина. Я начну. Я начал. Oh. Я догоню, у меня сапог. Окей, пизда. И кильчик. Ага. О, дайте я тогда бомбочку здесь отлично, съем. Отлично, парни, отлично. Мы команда, а они нет! О, я рыбу нашел. Или она тебя. Рыба и скорпион. Кто сильнее? Не знаю, надо гороскоп открыть. Я тебе вард катал, Гэн, если что, сломаешь. Да не, жестко, Андрю. Спасибо. Ты начинаешь набирать. Есть водолей в конфе. Я пас. Ой, что творит, прям батька в здании. Я иду на них, Андрюшка. Я тоже. Он потратил стан, вейстер. Хороший тебе странный такой же закуп. А ты на самом деле можешь пулить по КД, я буду соло стоять. Я и буду. Есть первый скилл? Вот этих крипов можешь попить блочить. Кажется, у меня уже ничего нету. Не, ну у меня два, только не сейчас, у меня две пачки как бы. Ой-ой-ой. А, ну окей. Ну я пропушил лайн, хорошо, Вов, хорошо, нормально, работаем. Чё, ты потанчить можешь нормально, у тебя же это щиточка, там все дела. Я ещё хилочку накину. Не, ну если так, то ладно. Оп. И ты лечишься. Давай, я тебе соло экспу даю. Давай. Могу в мид выйти потихоньку, что она там наглеет. Но он, у них варды, скорее всего, тут есть. А, нет, слушай, я выхожу. Брата, а вот. Давай, она нашел. Так, они там пулингом, кажется, занимаются. Хочет меня. Я вышел. Вижен, да? Ой, шойкер, смотри, какой. Дон ротит. Ого! Что дальше? Бля, я не знаю, что они за ретарды, просто стоит тролль, блядь, и я ничего не понимаю, что происходит. Бабки. Подъем. Стоит тролль, и ты ничего не понимаешь? Да, вообще не, ничего. Я баунти еще возьму. Андрей спизжу. А я бы сам у себя спиздил. Только что-то крипов. Ну ладно, давай, бери. Приехала. Ладно, пофиг, да, забирай ты. Можно ему еще реально еще много, давай их убиваем сначала. А шейкер внизу стоит или он лес долбит? Да, да, внизу. Я сейчас приду. Они, возможно, сейчас по тауру меня захотят убивать. У нас нет ТП. Ты как голым, что ли, типа? Шейкер вот он тут тусит. Я иду, гоу-гоу, прям сейчас там, бегите на него, бегите. Гол. Но если что, плотный, у него мана будет на 40. Он умер, по-моему, зашла. Умер. Он ага. Умер. Да, конечно, блядь. Ой, я бы сейчас бы отвел, наверное, вон тех друзей. Так а ты, Вованчик, мне бомтос оставил? Да. Красиво стелишь, фрейрок. Нормально. Я говорю, что кстати, ушла. С дерзким гранатом. Три ранжа. Да, я слышал это. Да питфармим. Ты сделал, да, пол? Я сейчас приду на низ, если он наглеть будет. Но наглеть. Слышь, смотри, обойдешь его? Но он на шанжу идет. Так а что?
Райна же нет. Я уже ушел. Такое. А, сука. Ну, у меня пока волшебство, я дам. Я тут пофармить можно очень прилично. Вот этих парней нету. Ты урс. Я иду на мид, слышишь, Ган? Окей. Гоу прям, беги на меня. Завали лицо. Тут ТП, я ухожу. Где движняк какой-то? А, хилится еще. Я иду на топ, они ушли все там саппорт, я сейчас тролля попробую нагнуть. Дардар вот где-то тут лазит. Давай на раком тролля. Давай убьем. Я сейчас вот с Лардар еще вот здесь может быть, я сейчас проверю этот момент. Да, вот он. Я стану первый. Я нормально. Ой, все, Андрей, блядь. Ливани. Ничего себе. Че было? Да я там прикалывался. Понял. Ну кто ж знал, то что он такой? Че, пойду ее затихаю. Ой, блядь. Необычный. Шейкер пулить не умеет, типа, а, блядь, умеет. Типа здесь Мейден со Слардарчем лазит, он у Мейден вон. Ты не хочешь Шайн выпить, алкоголик? Хочу. Можно снизу выпить. Не особо надо, но я могу присесть. Давай подбухнем. О чем, может быть, мы ее как-то... Идем выпьем, идем выпьем. И сейчас на 5 на тролля накинемся. Пея, я пойду поищу эту Лену, куда она делает. Я с тобой, Андрей, хоть куда. Давай. Вот сюда. Давай. Блять. И что, блять? Ворот. У меня нет стана. Можем. Но у меня эти, у меня. У тебя есть стики там что-то? Да, у меня стики. Капельки. Давай это убью. У тебя же нет стана. Или ты, блять, уже передумал нахуй. Там реген слева лежит. Ладно, я, наверное, уйду отсюда. На только не с ТП. Не, я что, дурак, что ли? Ты можешь купить мне кварити за то, что ты промазал с полом? Нет. Я, кстати, наверное, сейчас, подожди, в общем... А ты мне можешь купить ТП за то, что я, ну, на будущее мои свершения? Нет. Ладно. У вас там какая-то жадная игра. Я убью в соло. Неважно, сколько. Немного не поделили тролля. Вова, алло. Застанешь мне, я убью. Шестой хочу. Потом пойду куда-нибудь. Точно нет ТПшки? Вов, ну пожалуйста, ну мы же друзья. Братан, прям денег нет. Я могу купить, Андрей. Да, купи, пожалуйста. Я спасибо большое. Шейкер дома уебал. Может где-то быть в миде, допустим. Я лечу. Ну ладно, я пускаю. Да, мне не пока. Было, да, слышно? Все это время. Не было. А что ты говорил? Мне надо запустить эту хуйню через администратора. Не, тебя было слышно. Ты говорил, просто игнорировал тебя как уебок. Этот Вова, боль. А, понял. Я игнорировал. Да, они хотят меня. Не слышал. Просто любой герой, ну, точнее, СК приходит, встанет, и я убиваю другого героя. Ох, задрот какие, а? Что-то тут на миде Лина плотненькая какая-то 8 уровня. Я понял тебя, Гэн, но у меня смока нет. Я так попробую. Окей, ну просто скажи то, что не придёт. Блин, а там же кулдаун маленький у его магии, да? Да. Маленький маги, да, небольшой. Это была моя ошибка, ребят. У нас везде фанчик, да? Да не, у меня нормально, я просто сейчас обосрался чуть-чуть. Чуть-чуть? Да. Жадно сыграл. Вов, на самом деле, я сейчас приду, начну его заспавнивать опять, и можно будет убить хуйлата. Да реально, в инвизе, можно ее на этом моменте подловить. Шейкера нет до сих пор. Может быть, миди где-то у вас. Короче, Вов, буду рад тебе сверху, если что. Я пошел вниз. Здесь.
Поставь сюда когда-то, опс, наверное. Я подумаю, я с тобой пойду, прогуляюсь. Кочерик, ты популить не хочешь? Тут вообще фрилине. Ну да, воровку бы пулить. Ну я просто оказался в меди, потом сдох в меди, потом пришел в меди, поэтому а убить там у меня опять проблемы. Вон, вот здесь, смотри, отводят, пулит, можно убить. Да нормально тебе. Может тут шейкер, кстати. Ну он довольно скорее большого уровня. Там ты помог убить на шрайн. Это тебе хз, где он? Блять, что я делаю нахуй? Может там лесу? Вот сейчас можно на лену идти. Вон, сюда идут. ТП будет у кого-то еще? Я могу забайтить. ТП будет? Да, я еще куплю. Покупаю ТП. Я бы постоял. Что ты как? Готово. Летишь. Пропушь линию, я буду отводить дальше. Ладно, не получается здесь. Они при том даже не вард ставили, они просто там тусили. У меня есть смог, я сейчас буду. Лейкер, кстати, непонятно где. У него 17 типов, но мы, по идее, должны их убить. Я разомную сейчас. Он Лейкер возвращается. Вниз, руна в топе. Я не дам ей зарядить, так возьму, но похуй. На низ идет. Она думает, что руна снизу или что? Возможно, это значит, у них нет вардов по рунам вообще. Они могли шейкером смог типа нажать еще теоретически. Шейкер, стой. Да. Опа. Крипчики ушли, чисто вышку месить. Тролль в лес ушел, сладара сверху ставил. Лена все мест. Ай, сорян. Че, выхожу мне? Хотя она жирная, нет, еще. Шейкер нас стоит. Убьем. Я вышел. Не получилось, да. Там бы еще ТП какой-то был. Прям тут сходит этот шейкер. Он просто путешествует. А что он вообще делает, кстати говоря, там? Экспо рассчитывает. Я сейчас шестой апнуть, и я бы куда-нибудь сам сходил. Вов, не хочешь вниз прийти, типа под мой шестой, может вышку побьем? Я вот так вот. Я сейчас приду. Потом я попробую тут вышку подрючить немного. Она вообще полная, это плохо на самом деле. На, типа чуть-чуть. Я в мид выйду. Я в мид ТП делаю. Давай, Вов, кого-нибудь. Ты есть шестой? Да-да. Кинешь? Блин, я думал, ты раньше кинешь. Я не успевал. Но она типа мертвая уже, а вот эта подруга нет. Я могу стан ей дать. Давай. Сейчас заметно немного. Рейндж. Да не буду, я не пойду туда. Реально. Так она что, рофлит типа? Я не могу, слышите? Можем убить этого. Как думаете, разъебу ее? Давай, я буду готов. Я сейчас тебя. Будь такой дайкер. Гоу. Дуэлишь? Мозг. Понял. Ну вообще как-то странно. Умер вообще. Можно на шрайн зайти толпой. Я подойду сейчас. Я подойду. Давайте все. А тут мы ебем по всем линиям. Это правда. Можем вот здесь найти шейкеры просто? У них нет вардов снизу точно, и тут суппорта вообще не ходит. Можно попробовать. Но я не пойду бегать, не хочу. На бум. Слышь, я бегу. А он пьет шрайн. Сюда могут ТП делать, друзья. Я такой типа отхожу. Да, в таверне отдыхаю. Я типа отошел. Мы будем с тобой по КД ходить. У меня скоро уже. Я на линии подался. У нас там по маноботинкам в команде. Я возьму у нас, я так понимаю. Лины нет, слышишь? А цемка? На миде цемка была. Слушай, Вован, тут стаки честь, можешь пройти зафармить. Давай дальше пушить здесь линию. Ну, подпушивать все время, чтобы шейки сюда. Лины все еще нет. А здесь вышку бы не купил. Отличная работа, Вов. Я его это. Чисто разомну немного. А что он? А я его замедляю, Я его замедлил. Извини, залагал. Да я видел. Фига, он что мучит вообще? О, Слардарыч. Так а что он сюда летит-то? Мудила. Ну я бы за людей мотива тяжело бы взять его. Я подлечу. Селёдочек без ТП снизу.
Да. Шейкер без ульта, если где-то. Андрюх, можем опять мыть? Три пачки вардов есть, если что. Мне надо вот это добить, Ген, надо подождать. А потом я уже... Я могу купить, я сам буду ставить приходить. Не хочу. Давай я куплю, скину. Окей? Возьмешь там? Давай, Вов. Да, сейчас. Ну, сейчас там кто-то дропнулся. Вообще этого чела не особо готов ждать. Плюс он тварь вообще. Пытаюсь скинуть вардики, но ничего не получается. Короче, Андрюх, если с даггером в идеале убивать Лиму, она охуенный левел. Если мы ее пару раз убьем, то... Окей, да, она сытный фраг. Или тролля, или Лиму. Это правда. Люди в чате пишут, хз, сколько у вас ММР, но вы не айс. Бывает. Ах, сори. Айс, бэйби. Сейчас, пока, сейчас. Не по... Ну зачем он ливнул? Еще две остались. У них, кстати, по левелам еще все плохо, там. Слардар пятый все еще. Ну да, да. У них Лена, правда, 12-я. Ну, и Хуйлад 11-й. Чуть нафидел, сори. Это не страшно, я скинул. Да, Лину кусок дерьма, она против легионки вообще ничего не может. Да, сейвов-то у них нет. Короче, ломай вышку, я тебе там хилку еще накину. Там. Они что-то хотят. Видите, они напасть хотят. Аккуратно снизу. Да нет, я буду там. Не, ну тут правда нет, еще слабо. Давай лучше отойдем. У меня голем через... Ну скоро, в общем, 15 секунд. Вообще, может еще вниз перетянуться кто-то, мы тут, может быть, эту вышку дальше будем пилить. Если они придут, можем поместиться с ним. Но они будут драться за него точно. Ну да, не, но мы можем выиграть. Тролль. Андрюха, мы можем, наверное, его разъебать, слышишь? Или нет? У меня пока... Я думаю, у меня чисто дюэль. Давай, с тобой на топ, мы его убьем. Он на топ вообще все. Ну, типа, тавр заберем, тролль. У меня сейчас есть вообще даггер, я могу просто прыгнуть, дуэль дать. Я сейчас запушу мид и пойду. Ну, предлагаю устроить замес сразу на двух линиях. И типа снизу и сверху, пускай выбирает где им брать. Возьми тролль сейчас. Андрюх, можешь туда бежать? Я да, бегу. Близко очень. Показываю. Не, навряд ли, он бы давно зафармил это. Там его нет. Да, он ушел. Цемка тут. Да, Цемка снизу, Шейкер, по идее, тоже снизу. Лардар, скорее Домаш всего, тоже снизу, Лина. Лина мисс мид, если что, и тут нигде не полилась, скорее всего, тоже вниз пошла. Можно из чула НСК ставить, сами побежим, что-то помутим. Хотя никого не видно. Игорь, давай отойдем вообще. Я могу вот так вот ебануть, слушай. Бля, они могут и на топ что-то. А сверху тоже пахнет. Давай подождем. Но у них у Шейкера даггера нет, наверное. Не. Снизу. Они, скорее всего, все снизу, Андрей. Сверху их мало. Тролль снизу. Там нихуя нет. Да, да, все снизу. Тролль, вообще ты пойдем. Короче, 5 человек снизу. Ломайте топ. И можете вниз топ. Давай, да надо было дефить, у нас голем есть. Да не, мне стоять без дела, там полная хуйня. Ну давай, сплит мид. Я если что тут останусь, можете, в принципе, и прийти сюда. Все равно можем подефить. Навалитесь на тавр просто, если они сейчас тоже, наверное, будут не сломать. Так, Лина в миде. Всеми пришлем. Если Лина в миде, то тут можно... Алло. Опа. Я пока не палю, что я здесь. Перегрейте тавр кто. Вот 4 человека, снизу 4, Лина на миде, ну и... Будем вот этих убивать после? Я могу сказать. Надо, чтобы... Давай, гоу, Андрей, гоу на низ. Гоу. Я бегу пехом. Шейкер будет? Да ёб твою мать, чё за... Без ТП. Ой, блять, я сгорел нахуй. Можем что-то еще? Бегу. Дота 2, блять, здорово. Нет стана. Блин, тут очень неудобная позиция у меня. Чё будет стан? Спор. Я двоих ебанул. Тролля как-то это, тоже нахуй. Лина тут может быть рядом, ребят. Лина к нам скорее всего идёт. Давай я могу забрать её. Мы можем ее развести. Она гоняется за наш Урсик. Блять. Ой, Урсик. Ну, тут кого? Не особо много. Сейчас смачок желательно один поиметь какой-то. Ой, она, кстати говоря, жесткая, у нее еще классный. Надо один убить.
ее с этим будет словно. Я тебя подожду, Гэн, вместе что-то сделаем. Давай. Да, гол. Вон ЦМ-ка бежит, ставит что-то. Тут вард или вардики ставят, вард? У него куча вардов. Там осталось. Да нет, такой. Так он сам ее убьет. Жду твою дуэль и идем на лину. Угу. Есть фок? Или нет? Нету. Можете сентрю там, кстати, поставить. Там может быть и вард есть. Хотя вряд ли. Я поставлю. Короче, я дофармлю 12 тогда. Тут что за хуйня? Ебать, вы сейчас на кью же инвестировали? На фарм. Кстати говоря, там книга лежит, если что. Опыта. А вот это, вот это. Будет кто-то? Да, я бегу. Ты с блинком? Я могу, я конечно, взять. Да. Он фармит терда будет, я бегу туда. Никому не надо? Да, он ее будет. Забей. У нас сейчас нет голема, никакой нет, надо как-то аккуратно играть, как Андрей. Я вот это фармлю. Нет, Shadow Blade, там до голема, да, до голема драться 5 на 5 точно не хочется. Короче, там Лина реально огромная тварь, ее остановить как-то они, было бы неплохо. Они, кстати, на Рошана идут. Ты купишь Bloodmail и будешь Шусал убивать. Они на Рошана они идут. Они реально Рошана. Ну да. Ульти СКА есть. Голема так все. Может, порофлим? Может, давай порофлим немного. Только когда порофлите. Можно колется. Лина без этого, без дерьма. Имейте с собой досты или сентри какие-то. Лина вот с собой должна быть. Это чел будет на дагер фармить. Кого там инвизик? Троля? Shadow Blade у Лины. Достаю. Сентри. Да, а, там ДД вот у троллика. Троля Анатолия. Вам могли пойти. Дагер отменяется. Ну, голем есть, считай. Можно мид забрать в роу? Нет. Да нужно забрать, а не потому что все сверху, гол быстрее. Давайте. А можете на топ, нет? Я могу на топ ТП сделать. Можете сюда идти? Иду. Можно сайт, иду. Сука. Ну, у меня есть, конечно. Андрюх, ты чё? Чё ж там разъеб... Ой, нормально. Сюда еще Гэн сейчас подойдет. Там они под... Ёбаный рот. Сэйгсом Лина надо убивать. Шейкеру дагер сбивает, по идее. Он здесь стоит, фиссуру есть. Надо уходить. Прочно. Да. Блин, это драка, которая нам не нужна. Потому что она начинается с того, что у нас два человека. Его очень все сделали. Да. Лина с Штоблэйдом. БКБ у тролля. А, нет, пока нету еще. А, это что, блядь, нужно Яшу делает? Это все не очень радостно. Короче, со следующим смоком нам надо с Гэном пойти выйти куда-то. Я пойду, пока Блейдмейл добью. Да, реально важный айтем. Вообще никакого сейва. Внизу тавер, вообще говно надо за него добраться и забрать. Пойдем, Вова. Возможно, сам упадет что-то какой-то тавер. Чуть-чуть осталось. Я вам поставил вард вот здесь, убейте кого-нибудь. Угу. Сейчас Лина там где-то может гулять. Где, Вова, видим, как выдвигаются друзья. Много друзей. Сверху, а пушки подальше. Так, можно будет сделать. Ну такое. Да там нет никого, все снизу. Ну, вообще, конечно, максимум там один какой-нибудь парень максимум. Пойдем, кто тут дает. По-моему, вот здесь вард будет. Лина в биде. Не аватар? Не, блять. Да, давно. Скам здесь лазит. Аватарчики. Ну, снизу 4 человека. В общем, они где-то все вот в этом районе. Посмотрели, бля, я не хочу будет. Здесь оставаться. Это ебучая Лина сейчас меня я еще убьет. Я подсевлю. Окей. Да нет, она с аркан руной просто была, у нее там скоро будет уже. 40 секунд. Лин на топе. Плюс один на топ убивать ее. С достами желательно. Так, секунду с курицей. Гоу. Ну ты с ультой, если то можем ее ебануть все-таки. Да. Ну, я думаю, варда здесь есть, я не решаю. Бана, то слышишь? Успеешь? Нет? Не успеешь. Я стан. Не, уходи. Будь это пацанчик. Слушайте, Андрей, пока. Я ТП сюда. Давай. Я ТП сейчас. Я оставь, я уйду. Нет лагуны. А, 3-5, ребят. Добейте, курица, аккуратно. Unexpected 5 человек. Это такая снизу никого не было, получается.
Это экспектов 5 человек, но были они снизу, там просто... Они потом оттуда ушли. За дуэлишь или кто-то? Так их там 5. Там не очень хочется дуэлить. Ну он с блинка вырывался, можно... Вон, смотрите. Я далековат. Но, они там. Если все кто-то покажется, типа, может, они, попробуем. Они сейчас просто пойдут вышку сверху ломать. Лина может в мид прийти, попробовать убить. Поставить сентрю. Эти мы можем даже подловить на что-то. Шейкер, правда, с ультом. Не знаю, я на очке. Вон шейкер. Вон, смотри, вот можешь Сларда, быстренько вижу. Убить вот брата, вот так, и... Я поделаю. Ну, чисто mm-hmm. дуэльку выиграть. Квадрат с мидиум, с есть голем. Андрей, я даю. Андрей. Ну, это пробралась как-то. Ты с ультом? А, забей. Я не могу тебе помочь пока что. Было бы нормально, но нет. Не, они пойдут, да. Там тролль еще идет. Ну мы... Как Талина сюда пролезла в том Shadowblade? Сентря здесь стоит, сентря здесь. Трахнули ее, но она как-то вот так, наверное, бегала. Она вообще, возможно, тут все время тусила. Так, мне бы... Ну, я сейчас появлюсь, у меня 15 секунд. Вот этот вот айтем. Да. Давайте нажмем пока. Че за хуйня вообще? Лёдыч. Я с Чалину можем, если нам загуляет. Вон парень что-то забыл. Надо у нас. С големом подраться. Можно его пробовать. Я не парни, не знаю, я выиграю. Бегу. Топали вот так бежать. Пойдем просто вот это. Там Рошан нет? Не. Надо, нам надо просто чуть дорого, больше спейса себе создавать, линии отпушивать подальше и... Там уже в нашу сторону пушит постоянно. Мне кажется, наоборот, нам просто пятером будет, потому что у них там аватар, даггеры, они нас ходят, ебут и все. А так мы пятером будем с големом. Мы можем это, соберитесь для этого тогда где-то. Я вот так вот. Я готов поддержать любое движение. Да нет смысла, это БКВ нам просто надо пойти пушить. Меня даст есть, если что. Ну, далеко у нас все остальные. Там шейкер блинком. Нам Андрей тут нужен. Я бегу. Нам дуэль. Да. Ну они опять впятером в миде. Андрей, сейчас могут напасть аккуратно. Ну мы можем, будет. Конечно, на конт. Со мной не стойте, главное, отсультой. Они разошлись. Смоков у нас нет, что ли? Все уже потрачено? Есть, я купил. Я в лейт. Если что, Лина сейчас вот как-то вот так пойдет в наш лес. Там есть баунти? Я бы взял. Блин, у меня нет сентри, но я могу типа чисто наугад вот здесь завязать с даст, хочешь? Не надо. Лина уже за мной гонится, сейчас убьет, отвечаю. Андрей, как думаешь, тролляк идет дальше? Давай, с тобой побежим. Возможно. Да, тебя убьет. В лесу сам стоит где-то фармит. Там бы вижен к нему в лес и так же убивать, как нас пиздит. Пойдем просто на... пробежим туда. Вову он бой. Он видел. А можно смокнуться, пойти в них? Вот они не в пятером бегают. Мы убьем. Да, можно. Я этого подпушиваю, иду. Одного героя и выиграем драку. Вот, смотрите, идет. Лин, вот так идет вот сейчас, вот сюда в мид. Можете тут подпитбайтить на меня. Ну, голубь, да, тебя тоже. Или на кого-то питбайтить. Ты умрешь. Но, я не хочу на себя байтить, потому что я типа варлок. Да, типа скинуть что-то. Пушьте просто кто-то линию, пойдем с маке, вот так зайдем, первые скиллы свои они, кинем вот и выиграем. Вот тут Лина, говорю, они все здесь. Хоста сверху, рядом. Вот это надо взять. Возьму хосту. Они так. В саке, по-моему, были. Да, возможно. Ага, вот еще парень в смачке был. Один, может быть, иллюзия, осторожно. Не иллюзия, слышите, а что он? И Лина здесь Лина еще. Там была еще. Тардар, что вот это такое? Лёдки, можно встать? Нас шейкер. Пойдет. А это кто куда идет? Обязательно Лину убить, обязательно убить. Да, даст. С линкой она, с линкой. Я побью линку. Не взять ее. Я заметил. Забыл мид тавр. Не можем? Рошан нет там? Рошана надо забрать. Он не появился. Нет. Да, я уже представил, что это финал дефенса, я реально стремлюсь к победе. Мотивация появилась? Конечно.
меня, кстати, вот это дерьмо тоже появится относительно скоро. У меня нет БКБ. Слышите, парни? Нам надо драться, пока нет БКБ. Сейчас, скорее всего, шанс появится. Короче, можем сейчас смог нажать и в топе убить героя? Давай, 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 я включу. Я шрайн сошел. Я на шрайн тоже иду. Я тоже бегу. Ждем Гэна. Блять. Блять, я мискликнул. Уволен. Вон то. Блять, я там чуть не это самое. Следующий. Смотри, 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 го этих можешь лучше? Не-не-не. Почему нет? На нас тролль бежит. Первый тролль, смотри, го тролля. Го. Го, они тоже не стреляют. Подкоп, тролля. Пойдет. Ой, как ему больно. А еще там ребята есть? Дальше можем чистить? У меня маны нет. Ты давай мистер сделала. Да голема нет, на рампу я пришел. Рампа такая себе история. Парни, слышите, маны нет. Окей, Андрюх, маны нет. Блять, ладно, ребят, давайте. Всего доброго. Все, ноль маны. А у нас без ульты 10 секунд, надо ждать. Я возьму ульту. У меня ульта 2 секунды. На разворот сможем Лину? Бля, я сдохну. Лина с линкой. О, давайте, давайте, ёп, закинули. Подкоп, подкоп, без линкена. Ты промазал. Бля, у меня проблема. Тролля пока нет еще здесь. Надо помочь Урсику, если его буду чейзить, могут попробовать. Ах, собака. Блин, какая же она большая эта Лина. Просто пиздец. Тут еще Лина где-то рядом. Я нажимаю еще. Я с ультой, если че. Вова без маны совсем. Иди, иди. Вон, вот она бегает. Видел, видел, видел. Она очень. Вот, тут где-то... Я мид подкачаю. Бля, если нет маны, то можно не драться. Серьезно. Мне бы что-то херь дофармить, очень сложно, блять, мисклик, очень сложно без нее. Там у тролля тоже скоро будет БКБ. Андрюх, старайся Лину именно дуэлить? Она у вообще нее линка, я сейчас ее так ворваться не могу, типа, только если ей сбивать. Понял. Поэтому мне или в шейкер, или с лордара. Окей. Я домой за БКБ. Может быть? У тебя есть ТП на... Ну, дерьмо. Да хватит! Ну хватит! Вова, пойдем топ? Мы убьем топ? Да блядь. Что? Тебя ГН из чего вообще не слышно? Бля, я не знаю, что сделать. Прям совсем плохо слышно? Да в смысле? Мне нормально слышно. Сделай просто. Не, ну когда, отжал, все, когда все молчат, типа я слышу тебя. Можем топ-ромчик? Да. О. Форсик купить. Сразу. У меня есть форсик. Купи глиммер или что-то такое, а то ли ты сейвит. Я сейчас хотел бы в нашем лесу попробовать дофармить БКБ. Надо, чтобы кто-то рядом был, еще чтобы разменять. Дофармил, один проход. БДТ. Можно я медасик закину куда-нибудь? Конечно. А, нам надо Роша на контесте, там он есть. Поэтому Йолы с лёд еще откуда? Богач. Рошан живой, нам реально надо вижн поставить к нему, подраться. Я поставлю, где-то рядом, но... помочь. Давайте я просто на гору поставлю. Никто не против, если я книгу схаваю? Так, я сейчас хавай, хавай. В опасности. Какого там цвета Лина? Снизу Лина. Возьму хостом. Пока Лина снизу, можно кого-то в миде жать. Я без лента пока. Вообще лучше Лину жахнуть. Там шрайн. Смотрите, вон идут. Да. ЦМ-ка Лина в нашем лесу. Го вверх срочно, если можете цепануть его, попробуйте. Можем битбайтить как-то эту Лину, снизу было бы на самом деле ярко. Да. Там косяк случился. Не, я не буду туда идти. Окей, окей. Вот эта ЦМ-ка здесь идет такая просто. Она налево убегает. Направо, точнее. Я пробую Рошана, может, побить пока, нет? Давай попробуй. Бей просто Рошана. Попротекти меня и все. Ко мне БКБ летит. Можешь? Банковать ей тяжело. Я с БКБ, можем драться. Шейкер... Они смог хотят вот здесь, походу. Чё-то хотят. А, нет, они просто бегают. Бля, Андрюх, меня хилить надо, Варлоку и Андрюхе. Я хилить. Они идут. Волнуйся. Блин, а ты сейчас с дерьмом кончишься, я как-то... Не-не, нормально будет. Голем просто есть. Стойте протекти, у меня БКБ ульта, меня никак не бьют. Гон тролля, можем быстро? О, у него БКБ. Бля, меня убили. Они сзади. Бля, я стан не могу, слышите, ребят? А, ну типа... Дело такое. Дело-то житейское, как говорится. Ой, здрасте. Бля, как он так нам зашел? Тотал, здрасте. Просто зашел. Просто пробежал. А что ты ему сделал? Ну, что мы ему сделаем? Ну, типа, подкоп, продлить голема, мульт ГН, и все, и он умирает. Он просто в ногу пробежал. Там на но самом это деле... могло случиться, но не случилось. Я вообще не знаю, почему я в него не прыгнул. Я все-таки решил в шейкера прыгнуть. Ну, мы его ментально убиваем, он так нагло зашел и начал пиздить Рошан и меня. Ну да, у меня был БКБ, есть. Типа, я мог бы вообще изи все сделать. Ты мог бы это нажать еще уебать, а? Смотри, хорошо, эх. Много бэкдора. А, бэкдора нет, к сожалению. Лифа у нас тоже нет.
И мида у нас нет. И получается, трона, возможно, да. У нас. Можем хотя бы чекать оставить. Ха-ха-ха! Что твори? Что творите? Это, блядь, блин, они хотят нашу вышку. Хотят нашу вышку. Есть комп? 9 секунд у меня. Там силтер. Я бы стрелял. Чего, блядь? Что за урон вообще? Мой выход, да, ребят? Да, да. Надо, не будем. Ой, мы на самом деле тут... Да. БКБ нажимаешь. У Лины, короче, урон какой-то просто, я не знаю. Да я тоже, блядь, я не хочу. Вот его. Да. Вот так вот. Там просто. Вот мне сейчас влетело от Лины просто пизда. Так мне тоже, я могу посмотреть. Вон, 1400 стычек. Ну она 25 левел, ну, и... уже, там нормально все у нее. Да, такое. Бля, ну Андрюк, я предупреждал. Не надо. Сори. Да. Поиграли Battle Cup, ребятки. Ну да. Ну нормально. Как обычно, наш врыв на Battle Cup. Пока, ребят, 3 минут на рекламную паузу. Бычье молочко пока еще ни разу не выиграл Battle Cup из 2 попыток. Бычье молочко. Возможно, не самый сильный тег просто. Может быть. Как говорится, как корабль назовешь. Андрюх, может это? БГ? В БГ? Давай в БГ, а то что-то у меня травма, блядь, а после игры сейчас. Это этой... после Battle Cup реально травма на доту. Да. Играли уже. У меня дота повисла, я теперь могу смотреть только свои достижения в Battle Pass. Ничего бы. Недостаточно стараний было, мне кажется, ребят, недостаточно. Что ж, я ну... Я полностью согласен. Очередная пощечина для команды. Бычье молочко. Что не убивает, то делает сильнее. Все верно. Так, блядь, к сожалению, да, эта Лина убивает. Ну, ты, возможно, ты стал сильнее. А, нет, ты не стал сильнее, потому что ты уже мертв. Да. Че, вы все ушли куда-то в другое место? Да, получается так. Да, да, спасибо за игру. Вот Эш все еще играет. Все играют, а мы нет. Да ты раньше освободились. Конечно, конечно. Я когда на турнирах играл и проигрывал в 1.16 или 1.32, тоже говорил, ну зато раньше освободился, в принципе. Что уж там. Ну ладно. Мама на Templar Assassin 25 уровня. Катает. Извините. Ничего страшного, будь здоров. Спасибо. Так, я готов принимать. Я-то тоже готов, там Ваня еще мутит. Кто мутит Ваня? Давай, Вагич, давай, покажи класс. Ой, что-то нет сторон. Так, может, а можно еще бывает? Раз пати, если там оно было? Пати, да, было сейчас. Агри. У нас еще один слот есть? Ну да, один. Кому? Денису Мервингу. Ладно. Я тогда на пермент. Давай, Несс. Да, давай, Несс, да. Тут как раз Денчик пришел, так что... Да-да-да, пока-пока. Да, но не помешает, конечно, потренироваться. Потренироваться надо бы, надо потренироваться. Подкачаться немного. Вова Боль хорошо сыграл. Игорь тоже был неплох. Остальные, к сожалению, подкачали. Включая меня, естественно. Привет. Привет, Денис. Я вот, Андрей, как свидетель обоих игр твоего этого тега. Так. Хочу сказать, что не лучше так. Ну, он, типа, смешной, я так, но я понял. Не очень, не дела. Я понял, что надо менять, потому что бычье молочко точно не это самое, успеха не будет.
Вот мы потому что, знаешь, допустим, можно представить то, что там Virtus.pro против OG в гранд-финале мейджоре, а, ну, бычье молочко против OG в гранд-финале мейджора как-то уже не так звучит. Мы его на таком же транслите делали клан Tech победители, и такая картинка прям с Ютуба смешная, и вот она зашла. Понял. Возможно, его можно тебе попробовать. Понял. Ой, блядь, Вова там первым скиллом в противника. Ты чё, сука, вообще? Ты чё такое говоришь сейчас? Я, блядь, подожди-ка, подожди. Сейчас я тебе отвечу. Ты вообще копиями не попадал? Ну, я не играю, на самом деле, на Легион Командере. А на ком играешь? На шейкере? Ну да, всякие там шейкеры, бристлбеки, дарксиры, прочая залупа. Ну, Легион Командер такой, он очень зависимый от начала, в моем понимании. Он сноуболить как ни крути должен. Он должен приходить на линию и там что-то делать, доминировать и так далее. А еще ты можешь ебашить аганим на нем, а не БКБ. Да, могу, конечно же. Но против шейкера, Слардара, ЦМ-ки, Лины, на самом деле... Так, он тебе дает БКБ. Ты хочешь БКБ сделать. Он тебе дает БКБ. Ну, во время ульты он дает БКБ мне. Да, а там уже похуй. Этого мало. Ты кого-то подожди, тролля он убиваешь. Ты хочешь сказать, он дает магическую неуязвимость? Да, он дает БКБ тебе, магическую неуязвимость. Нет. И урон вносишь только ты и твой дуэлянт. Подожди, он реально дает БКБ во время дуэли? Ват? Да, да. Слушай, ну тогда это не так плохо. Тогда это имба. Да, это не так-то и плохо, не так-то и плохо. У тебя, если вначале есть небольшой разгон, то ты прыгаешь любого кора и убиваешь его один в один с аганимом. Ладно, мне нужно пойти в туалет, обдумать то, что ты сказал. Давай. Алло. Алло. Привет. Ку. А чё Андрей тут это? Не самостоятельный такой. Пати не раскидывает? Да. Ну он же ленивый. Куда он делся? Уебал куда-то, что ли? Он пошел на заседание. На заседание? Да. Если ты понимаешь, о чем я. Да. Нет. На заседание одной палаты. Раз, два. Клик треди. То есть мы сразу на легкий сервер? На нелагающий сервер. Нет, на сервер с раками это называется. Не, ну тебе по кайфу в машину залазить, сделаем 5 секунд. Так, я здесь. Я здесь, парни, я здесь. Привет. Привет. Здорово, ребят. Клик треди. NA? Игорь, ну ты был неплох, я тебе так скажу, в этой игре. Это реально видно, что там 7 тысяч Игорек задрачивал, у него это есть понимание, как кнопки, куда там, что, зачем. Спасибо, спасибо. Эх, к сожалению, про свой скилл я так давно уже не могу сказать, надо тоже будет подзадрить. Ну, правда, что там, до 22-го есть 5 дней, и вот эти 5 дней я, судя по всему, и буду плотно задрить. Ну, а пока мы поиграем в Battlegrounds. Клик to ready, Андрей. Чей-то буткемп мне это напоминает. Чем куда падаем?